физкульт-привет. 1 воскресенье ноября. Пожалуй, единственный день в году, когда полное перекрытие движения автотранспорта в центре Сочи не вызывает напряжения. Так вот, если те самые 10 тысяч шагов ежедневно для вас стали нормой, почему бы не замахнуться как минимум на 10 километров в яркой компании бегунов? Просто потому, как Сочи-марафон со всевозможными по длительности приключениями укоренился в асфальте нашего города навсегда. Побежали! Я бегу 10 километров. Это мой первый марафон. Вчера у меня сын младший бежал. Это моя Пума. Он бежал 2 километра. Я бегу 10. Я бегаю всего полгода. Поэтому моя задача главное добежать. Вот, и попасть, и ложиться во время. Полумарафон, и он снова в Сочи, и это очень круто. Это всегда классная погода, и это всегда такой внутренний драйв, а смогу ли, а справлюсь ли, а достигну ли предела. Я не бегу на какую-то суперскорость, не вижу себя на олимпийском пьедестале, это такой вызов мне, самой себе, моим возможностям и преодолению того, что кажется непреодолимым. Вот. И Сочи-марафон – это всегда... Ну, для меня это Сочи мой родной город, и Сочи-марафон – это атмосфера тепла, веры в лучшее, это всегда солнце на горизонте. Вот ты бежишь и ориентируешься на солнце, и это круто. 21 побежим первый раз, не знаю, как да? Это получится, но надеемся, что доползем как-нибудь. Удачи всем! Добрый вечер! Добрый вечер! Если ты уже начал бегать, ты уже никогда не остановишься. Это на самом деле заразная, в хорошем смысле слова, прививка. И все, кто сегодня здесь присутствует, они поддержат, что бег, пожалуй, это... Он в первую очередь и самый, наверное, массовый вид спорта, который доступен любому и каждому в любом городе, в любом поселке, где бы то ни было. Можно просто встать, одеть кроссовки и побежать. Но обязательно, конечно, профессионально надо подготовиться к этому. Но, с другой стороны, нет никакого заряда, конечно, эмоционального, нет такого выплеска адреналина, когда это происходит здесь, в Сочи, в таком количестве участников. И я думаю, что не случайно марафон традиционным уже стал для Сочи, для сочинцев. И с каждым годом количество не только растет, участников марафона, но и сочинцев, что радует. Большое количество сочинцев с каждым годом все больше и больше приходят сюда, выбирают для себя сначала 2 километра, приводят своих детей на маленькую детскую дистанцию, а для себя уже со временем выбирают 10, как я, и я надеюсь, что в ближайшие годы я и осилю и 21 километр. Ну, конечно же, надо перед собой ставить самые амбициозные задачи, поэтому сам марафон, я думаю, он тоже мне когда-то поддастся, и я пробегу эти заветные 42 километра по нашему самому замечательному городу. We'll be right back.
каждый год мы участвуем с семьей. То есть у каждый выбирает себе дистанцию, которая, ну, по силам, и бежит. Супруга сегодня стартует на 10, парни вчера бежали там на километр и полтора километра. Я раньше бежал 42, два раза бежал подряд 42, сегодня решил пробежать половинку. Много людей со всей России приехали, и понимаешь, что так хочется показать лучший результат, по крайней мере, свой. Вот, нервничаю. Знаю, что участник ожидает на финише. Это экстаз, это какие-то незабываемые эмоции, и мы должны ребят на финише поддержать, проконтролировать, чтобы каждый получил заслуженную медаль. Он ради нее бежал, страдал 21 километр или 42 километра. Вот это такой момент, который он будет помнить еще год, а то и всю жизнь кто-то. Поэтому мы знаем, как облегчить его жизнь. У нас бежали дети от 0 до 7 лет. Они бегут 1 километр. Это посильно каждому ребенку. Совсем маленьким в колясках помогают их родители. Дальше дети с 7 до 12 лет. Дистанция 1,6 километров. Тоже может пробежать каждый. Кто-то на скорость более подготовленный, кто-то на интерес просто преодолеть. Взрослые, те, которые только начинают бегать, те, кто не хочет упустить атмосферу праздника, они тоже могли пробежать 1,6 километров. Это порядка 60 минут, 6-10. Ну а сегодня дистанцию уже бегут все-таки более-менее подготовленные ребята. 10 километров, 21 километр и 42 километра. Лимит по времени прохождения примерно от 40 минут до 6 часов. Вот мы ждем сейчас самых терпеливых марафонцев. Они больше всех терпят, дольше всего находятся на дистанции. Конечно, им нужна наша помощь сейчас. Только один год, а так с самого первого старта я участвую каждый год. Марафон полную дистанцию не бежала еще ни разу, меня пугают эти горы и четыре круга, что-то я не люблю круги наматывать, поэтому только половинку. Как дистанция? О, очень рекомендуем. И что, и совсем не устали, что ли? Еще бы пробежали, еле уговорил его, хотели еще на один круг идти. Невозможно остановиться, праздник жизни на самом деле. Очень хорошо. Надо дистанцию увеличивать.
Даешь сотку в следующем году. Да, мы бежали, бежали. Давайте, ребята. Кондитер. И в силу своей профессии, в силу своих предпочтений, я очень люблю сладкое, я его ем много, и в какой-то степени бег для меня – это способ поддерживать себя в форме. И мне очень нравится, знаете, у французов, у них все кондитеры современные, они в очень хорошей форме. Они бегают, занимаются спортом, то есть они показывают, что современное кондитерское искусство – это не просто объезд чего-то калорийного, а человек может хорошо выглядеть, при этом все это употреблять. И я тоже хочу быть таким лицом современной кондитерки в России и стараюсь соответствовать. И в то же время мне очень нравится путешествовать. Я выбираю забеги, исходя из мест. То есть, например, я смотрю, вот неплохо было бы съездить туда, вот там будет забег. Например, я хотя в этом году в Валенсию, либо Нью-Йорк. С Нью-Йорком у меня долгая история. Я в прошлом году подавала заявку, не выиграла в лотерею, и Нью-Йоркский марафон именно сегодня проходит. Многие друзья бегут. Вот, надеюсь, в следующем году получится попутешествовать. Как результат сегодня здесь, в Сочи, какая была дистанция? Дистанция у меня была 21 километр и 100 метров, это полумарафон. План был от тренера выбежать из 2 часов за 1:59. Я выбежала из 1:53, то есть перевыполнила план на 6 минут. Для меня это существенно, я очень рада, старалась. Ну вот, буду дальше стараться быстрее. Насколько жизнь в Краснодарском крае, увлечение бегом позволяют себя ощущать гражданином мира? Мы сейчас живем в Анапе, и очень много забегов в силу того, что у нас летний сезон довольно-таки длительный, вы знаете, проходят именно на нашей территории, поэтому мы бываем в Краснодаре на забегах, в Новороссийске часто забеги, вот сейчас в Сочи расширили немножко географию, конечно, Краснодарский край в этом очень благоприятствует. Алло, подожди меня! Алло! We'll be right back.
первый марафон? Нет, это 4 раза. Но только в Японии 3 раза. Это первый раз другая сторона. Как впечатление от Сочи? Бегом. Да, это очень... я люблю бегать марафон, но сейчас я живу в Петербурге. Сейчас нет марафон 42 километра, поэтому я приехал сюда. Но это очень красивый город и да, красивый человек, добрый человек. Поэтому очень рада, да. Хорошо. Да. На самом деле это первый марафон в жизни. Я поставил себе цель, и, в общем-то, я ее достиг. Это был первый марафон, и причем это был сочинский марафон. Я к нему готовился целый год, шел даже пускай через триатлоны. Вот. И это был первый плоский марафон, который я пробежал. И столько народу, столько гостей в городе. Это так зажгло, что просто невозможно было не пробежать. Такой праздник для города. Спасибо большое. Теперь после сочинского марафона, я надеюсь, буду посещать и другие города. Буду пробовать их дистанции. Но в Сочи милое дело бегать. Здесь все для этого сделано. Сегодня вроде как и с нами мэр бежал. Алексей Сергеевич! Всем привет! Привет! Теперь спорту дорога вперед. Как восстанавливаться после марафона в возрасте «за»? Ну, в принципе, я чувствую себя великолепно. Я хочу сказать, что, конечно, в марафон просто так приходить нельзя, потому что это, конечно, тренировки. Это тренировки. Я шел к этому практически год. Вот. И ну, чувствую себя великолепно. Думаю, в баню, наверное, сегодня не пойду, а вот в море искупаюсь.
Yes! Ты смог! Я смог. Мы смогли. Мы смогли. Мы это сделали. Почему босиком? Ноги отдыхают. Проходите. Супер! Номера, номера! Марафон Сочи, 42 километра 200 метров. Возрастная категория самая молодая, 18-29. Чё? 195. Я ведущий, у меня написано 42,2, я говорю 42,2. Ну, короче, марафон это называется, Алексей Александрович? А спортивный директор меряет 42-195. Саня, конечно же, венок от Амбукет, сертификат от высшей лиги, валики могучие, подарок от СИС, ящик Балтики, сертификат бархатные сезоны, пакет Шато. Ну и традиционный вопрос, я знаю, все вы откуда, но давайте произносить сами. Леш. Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону! Так, сейчас должны кричать все, потому что... Киров! Потому что город Киров! Да, в Кирове тоже есть хорошие спортсмены. И... Санкт-Петербург! Санкт-Петербург, друзья! Аплодисменты победителям и призерам в абсолюте на Сочи марафон! Все они огромные молодцы! Санкт-Петербург, Киров, Ростов! А чё молчим-то? Давай хлопаем! Трасса нелегкая. Ну, в этом году не было жары, с другой стороны, поэтому, ну, то есть, достаточно комфортно бежалось, не было прям такого, что все из последних сил. В принципе, бежал, ну, тактически на победу. Очень много поддержки было, на самом деле, от самих участников, ну, круговых или полумарафон, десятка, которых мы встречали, там, на третьем круге особенно. И, как бы, ну, кого не пробегали, все, ну, кричали, да, и кто-то из прохожих мог что-то крикнуть хорошее. И очень, ну, кто вел на велосипеде меня, тоже он подбадривал. Очень приятно было. Вы с удовольствием регулярно приезжаете в Сочи именно с желанием провести время ярко здесь. Да, да, да я еще останусь несколько дней здесь, думаю, позагораю, покупаюсь, может. Победительница Сочи марафона Надежда Шапошникова! Я бегаю 100 километров, мастер спорта на этой дистанции. Поэтому марафон для меня это, ну, относительно такая легкая дистанция, если ты к нему, ну, готов. В этот раз я была не очень готова, поэтому было довольно тяжело.
впечатления от города Сочи, от зрителей, от тех, кто бежал рядом? Все здорово. В Сочи я всего второй раз, была здесь давно. А пока не успела посмотреть город, ну, пока бежишь, тоже не все посмотришь. Вот. Планирую сейчас остаться в Сочи на несколько дней, погулять, посмотреть, поплавать 100%. Проводить мероприятие марафон, в котором задействован практически весь город, задействованы все службы города, ну, естественно, большие участия с нашей со стороны команды топ-лиги. А это сложная история, и то, что оно циклически повторяется, очень хорошо. Мы приросли на 18% к прошлому году, и очень неплохой показатель. Очень важно, что по нашим расчетам приехало значительно больше зрителей. Зрители – это всегда завтрашние участники. На следующий год этот марафон будет проходить в один круг, и он станет совершенно таким же, как все мировые марафоны, которые проходят в один круг. Это позволит там легче бежать лидерам, это позволит лучше увидеть город тем тысячам, которые приезжают, и это позволит нам к 2025-му прийти к нашей мечте 20 тысяч человек участников забега. Мировой рекорд в преодолении марафона опережает 2 часа. Среднестатистический бегун на этой дистанции употребляет несколько литров воды, буквально по глотку из пластиковых стаканов, справляется с килограммом другим бананов, применяет гели и питательные батончики. Так или иначе, тоже упакованные. И все это рано или поздно оказывается на асфальте. Тут уже на рекорд претендуют сочинские коммунальщики. Дабы справиться с последствиями заправки почти 5000 бегунов на протяжении 8 часов, работникам пылесоса и метлы было достаточно считанных минут. Мы ведь даже нашу программу не успели посмотреть. Оле-оле, мы продолжаем двигаться.